Про опасность солнечного удара знают и взрослые, и дети. Тем не менее, даже при палящих лучах солнца можно увидеть, как долгое время отдыхающие лежат на пляжах или купаются, не думая об опасности. А зря длительное пребывание на солнце с непокрытой головой приводит к резкому перегреву и, как итог, возникновению таких довольно опасных состояний, как солнечные и тепловые удары. Солнечный удар возникает, когда человек долго находится под прямыми солнечными лучами без головного убора. А тепловой удар возникает, когда нарушается отделение тепла из организма. Ну, например, в жаркую погоду дорожный рабочий укладывает асфальт в специальной одежде, которая затрудняет, понятно, отделение тепла и может испытать такое состояние, как тепловой удар. Стоит знать и помнить, что первыми симптомами солнечного удара иногда могут быть даже мышечные боли и ярко выраженные ощущения жажды. Есть и другие признаки, но в любом случае при потере сознания человека необходимо доставить в лечебное учреждение для обследования. Чтобы этого не возникло, важно знать правила поведения во время знойных часов. Для того, чтобы это не произошло, для того, чтобы человеку не случилась такая проблема, нужно, конечно, летом правильно одеваться. То есть хлопчатобумажная ткань, лучше светлого цвета. Ходить с головным убором, а если человек долго работает, выполняет физическую тяжелую работу на солнце, он должен либо продумать одежду, в чем он будет одет, либо, если он работает в спецодежде, нужно сократить время до минимума, чтобы с ним не случилось вот этой вот проблемы. И желательно всегда летом носить с собой бутылочку с обыкновенной водой и время от времени выпивать несколько глоточков. Важно помнить и о том, что жара – это стресс для организма, а стрессовое воздействие все переносят по-разному. Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности лучше совсем воздержаться от прогулок. Находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется. Нужно есть как можно больше фруктов и овощей и пить как можно больше жидкости. И последний совет от докторов – ваше здоровье в ваших руках.